На химической образовалось озеро из талой воды, которое подтопило дома на соседней промышленной улице. Одесситы говорят, такая ситуация возникает в течение года регулярно. Никто ничего не делает. Детали смотрите в следующем сюжете. После сильного дождя эта асфальтированная дорожка каждый раз служит связью этого дома с цивилизацией. Улицу Химическую и дома на Промышленной в течение года затапливают каждый раз после дождя или таяния снега. У нас полностью вот эти все воды, которые собираются по улице Промышленной и в нашем дворе, просто Ниагарским водопадом текут в наш подвал, под наш дом, под наши квартиры, под наши комнаты, полностью на протяжении всей средней парадной. Вот в подвале вода, во дворе вода. Жители домов жалуются, их дети постоянно болеют, а из-за вони в подъезде трудно дышать. После этих ливней запах канализации, вонь в подъезде стоит невозможная, сырость, фекалии, это все, ну, дышать этим. Одесситы говорят, дело в ливневой канализации, которую необходимо прочистить. Они обращались с проблемой к депутатам, но те якобы говорят, что это слишком дорого. Мы обращались в дом управ Надежды Владимировны. Она сказала, делайте своими силами. Что мы сделаем своими силами? По словам людей, улицу Химическую затапливало всегда. Машины ездят по фары в воде, теряют номерные знаки, а босые водители пытаются вытолкнуть свои авто из воды. Перекресток здесь, остановку пройти невозможно. Троллейбусы останавливаются за квартал. И это происходит, буквально 3 капли дождя, и здесь постоянно одна и та же ситуация. Владислав Евжецких, Евгений Ячменцев, 7 канал.